Детки заказали фитбол синий с шипами. Вот коробочка. Коробочка, ну, нормально. Практически не чуть-чуть вот здесь примята, а так, в принципе, в хорошем состоянии дошла. Вот коробочка, больше нигде не примята. Вот и низ. Заказ нам пришел быстро, дня за три, по-моему, да, за 3 дня заказ нам пришел. Открываем и смотрим, что тут. Это насос, да, насос вот такой запечатанный. Коробочка небольшая и очень легкая. Я думала, она побольше. Да, ты мне помогаешь, спасибо. Вот мячик в коробочке. Да, это и тренироваться, играть. Больше ничего, пустая. Так, вот наш мячик запакованный пришел, сложенный. Цвет синий, как и заказывали с шипами. Все верно. В заказе никто не ошибся. Распечатываем наш мячик. Цвет очень красивый. В жизни ничем не хуже, чем на картинке. Вот какой мячик. Давай будем смотреть. Разложим его. Огромный, смотри, какой огромный, да, малыш? Так, вот он такой. Давай разложим, покажем. Вот он такой вот большой, большой. Так, а где же? Вот другая сторона его. Вот, где насос вставляем место. Так, вот такой огромный мячик, что распакуем насос. Да, шипы. Ну, немножко запах есть, но это, я думаю, пройдет. Это стандартное, ничего страшного. Не ядовитый. Мяч. Да, ребенку можно играть. Мы сейчас надуем его, и будет у нас мячик. Распечатываем насос, посмотрим. Что здесь? Насос. Да, он хитро запечатан вот так вот. Я думаю, малыш, мы с тобой справимся. Ничего сложного. Да. Вот. Вот. Насос наш. Вот. Ты не бойся, все хорошо. Сейчас накачать наш фитбол. Позвали в помощь папу. Мама с ребенком не справились. Это или это? Ну да и не женское это дело. Вот достали иголку. Да. Подключить надо шланг. Ага. Снять. Да. А вот и фиксатор снимаем. Ну, и будем...